То ли новостей перебрал, то ли вино в обед. Только ночью к Сергею пришел его воевавший дед. Сел на киевскую табуретку, спиной заслоняет двор за окном. У меня, говорит тебе, Сереженька, разговор. Не мог бы ты, дорогой мой любимый внук, никогда ничего не писать обо мне в Фейсбук. Ни в каком контексте. Ни с буквы Z, ни без буквы Z. Просто возьми и не делай этого, просит дед. Никаких побед моим именем. Вообще никаких побед. Также он продолжает, я был бы рад, если бы ты не носил меня на парад. Я прошу тебя очень, не делай так рукой. Мне не нужен полк, ни бессмертный, ни смертный. Сереженька, никакой. Отпусти меня на покой, Сережа. Я заслужил покой. Да, я знаю, что ты трудяга, умница, либерал. Ты все это не выбирал. Ведь я-то тоже не выбирал. Мы прожили жизнь тяжелую и одну. Можно мы больше не будем иллюстрировать вам войну? Мы уже все, ребята, нас забрала земля. Можно вы как-то сами, как-то уже с нуля. Не нужна нам ни ваша гордость, ни ваш потаенный стыд. Я прошу тебя, сделай так, чтоб я, наконец, забыт. Но ведь я забуду, как в русском музее мы искали девятый вал. Как я проснулся мокрый, а ты меня одевал. Как читали Пришвина, как искали в атласе полюса. За любым самолетом такая белая полоса, как подарил мне увеличительное стекло. Ничего, отвечает дед, исчезая. Тебе ведь и это не помогло. Это Женя Беркович. Ее нет здесь. Ее нет в этом списке. Как нет и Светланы Петричук. Мы не успеваем. Мы не успеваем заносить имена людей, боровшихся и борющихся сейчас против войны и против фашизма в нашей стране. Нет войны.